Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Сердце, даже материальные на нашем уровне звуки, мы можем призвать милость Кришны, если мы зависим целиком от нее. Если мы понимаем, что любой духовный опыт – это результат милости, не результат моих собственных усилий. И я могу только открыться навстречу этой милости. Не закрываться в скорлупе своего эго, раскрыться на встречу милости, чтобы ее потоки обрушились на меня. И потом, памятуя о первых строках второго стиха Шакшаштаки, где Шичайтанья Махапрабху говорит, что ты вложил все свои энергии, свои имена на Брамакари Вахудана Джасарва Шакти Стаправки. Нет никаких строгих правил, чтобы помнить твои имена. Мы пытались повторять Харе Кришна мантру, памятуя тех энергий, которые вложены в трансцендентные имена Кришны, Рамы, Хари. В имя Хари вложена энергия или способность Кришны забирать невежество, устранять невежество, сдирать покров невежества с нашей души. В слово Кришна вложена энергия бесконечного блаженства, которое приносит радость всему. В слово Рама вложена энергия щедрости, любви, энергия беспричинности, лилы, игры. Мы пытались с вами имитировать на это. Спасибо вам большое. Всегда приятно. Не дай Бог.